Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Такс. Мы дальше пойдем делать квест Клинка Фронтира. Нам нужно найти великого змея Ансура. Молнии, факелы. Так, но для этого нам нужен Уилл. Для этого надо кого-то выгнать из пати. А я никого не хочу выгонять из пати. Они меня как бы все максимально устраивают. И вот как бы хоть себя серьезно выгнать из пати. Но Астерион будет вскрывать всякие замки. У него есть стрелы против драконов. Шэдоухарт наш хилер. Ну как бы... Лаэзель наш танк. И как бы тут ничего не остается другого, кроме как реально просить ее. Сейчас, подожди. Нет. У нее что там в инвентаре? Из того, что, например... Кстати, вот... Что ты все это барахло таскаешь? Отправить в лагерь, отправить в лагерь. Давай все в лагерь скинем. Вот это, кстати, можно и Shadowheart дать. В лагерь. Что ей это самой все не надо? Тело клоуна пусть остается. И вот это в лагерь. Все, так, Лаэзель. Так, слышь, что ты позволяешь? Смотри, какая у меня шляпа. Ну, нет, но, к сожалению, нам надо взять с собой Уилла. К сожалению, я ничего другого тебе предложить не могу. Пошли. Колдун Уилл. Так, надо его одеть. Вот эту мантию, которую Мизора ему подарила. Будет с ней ходить. Рапир у нас каких-то нет. Но он умеет обращаться с копьями. Кровь Латандера. Не хочу ему идти, пусть это все у Shadowheart останется. А, кстати, он умеет щитом обращаться. Ну-ка, пусть у него будет щит. И надо ему какую-нибудь палку в руки дать. Хрен знает, что ему в руки давать. Вот честное слово. Так, пошли, в общем, в сундуке пороешься. Боевой молот. Молотом он не умеет пользоваться. Душерез. Двуручные мечи он не умеет. Тяжелую броню он не умеет. Нет, фигня какая-то. Ботинки, окей. Ну, шляпку какую-нибудь бы поприличнее. И перчатки ему нужны какие-нибудь поприличнее. Это что? Это посох. Кстати, а нахрена ему этот... Тарапира несчастная. Он же у нас типа чародей. Пусть у него будет, кстати, щит и посох. Так можно? Интересно. Хочу какую-нибудь шляпку ему. Что у нас тут по интересным шляпкам? Диадема. Сейлор Мун у него будет. Mm.
ему пойдет. В целом, ладно. Давайте ему его теперь поапаем. Потом посмотрим, может, что-нибудь как-нибудь переделается. По сути, он же как мы. Соответственно, он и будет уметь все, как умеем мы. Давай голод Хадара, а эвокацию ему дадим. Энергия бести. Не имею ни малейшего понятия, что с ним всем делать. Что мы можем ему дать? О, вот это мы можем ему дать. Вот это будет точно полезно. Вот эту фигню убираем. Принять. Удача темного. Снятие проклятий, кстати, удобно. Блин, может, мы сейчас пойдем кастанем это, снимем с Гейла проклятие, чтобы он перестал вонять. Так, уровень 7. Увядание пусть выучит. А эвокация. О, это полезное дело. Тьма тоже удобно. А что мы можем ему дать тут? В целом, вот так, разбивающий звук, а убрать облако кинжалов нам не надо. И добавим ему черту. Черту. Пусть будет счастливчиком, как Астарион. Лишним, я думаю, это не будет. Так, тут он заклинание выучит. Ну, давайте вот это. А из этого... Разговор с мертвыми нет. О, полиморф пусть выучит. Тут мы можем добавить... Конус холода. А для этого надо убрать что-то. Руки Хадара, голод Хадара. Давай голод уберем. Руки нет, руки уберем, голод оставим. Фокус ему новенький. Ну давай верный удар. А из этой срани мы ему добавим паралич чудовища, я не знаю. О, круг смерти это умею делать я, а ему надо... Плоть в камень. Пусть он будет уметь вплоть в камень. И тут он выучит. Я не знаю, что пусть будет изгнание. Тут надо что добавить? Нет, тут вроде все ок. Так. Контрзаклятие, вот это хорошо, точно. Пьющий жизнь. Шепот. Ну давай вот так. А черту ему добавим. Давайте ему выносливости накинем, чтобы поживее был. Усё. Так. Где у нас тут контрзаклятие? I've got just the fix. Иди сними с него его. Лучший. Все.
Можно уходить из лагеря. Теперь надо нам пойти искать этого Ансура. Ого, нет. Я бы что вот так хотел сделать. Где-то на Змеиной скале. Змеиная скала — это у нас вот тут. Давайте искать, где это что может быть. Потому что, например, в первый раз у меня Уилла не было. Потому что он умудрился умереть в изумрудной роще в своем появлении. И как бы... Я просто очень поздно понял, что у меня его нету. И оказывается, что его типа убили. И я такой, ну ой. Соответственно, этот квест для меня полностью неизвестный. Куда идти, я ничего не знаю. Поэтому сейчас будем вместе разбираться, что к чему. А как мы закончим с этим? Что там дальше? Китрак Воз. Показать ему молот. Разобраться с ним. Ну и потом дальше пойдем к Гарташу и скажем, что вот все. Камень Орен у нас. И можно двигаться дальше. Непосредственно в финальную битву с Абсолют. Она все ближе. Наше огромное приключение уже практически на финишной прямой. Вот это вот что? Это туда. Так, а почему здесь? Так, это туда нам. Это срань спит. Иди вскрой. А, Уилл тоже умеет наставления давать. И давайте дверь-то за собой закроем от греха подальше. Так. И чё? Ну вот мы пришли. И где здесь проход в логово Ансура? Надо зажечь молнию, факел молнии. Нет? Факел с головой дракона? О, он поменял свет. Вот он, проход. Видите, какие мы молодцы. Мы догадались. Я факел случайно разбил. Извините. Это не входило в мои планы. Так, тут что пишут? Тут ничего нового не пишут. Почему там ничего не пишут? Так. Тут у нас что? Тут у нас ничего. Отсюда нельзя будет телепортнуться. Блин, а я потратил все ячейки. Это
Я зря, конечно. Типа мы, блин, такие все опускаемся все ниже и ниже и ниже. О, хотя отсюда можно телепортироваться. Драконы на стенах. Статуя Балдурана. Статуя перед вами bears a familiar likeness. It is Balduran, the celebrated adventurer who founded the city of Baldur's Gate. Peril floods my province. The palisades fall, the earth does tremble. The servants of shadow and blood assemble. Beyond lies the grand worm, deep in slumber, awaiting a true hero's advent. Should my domain drown in torment? Be you the deluge, turn away. Be you the hero, answer true. Are you worthy? Я вроде да, вроде достоин. There is no worm and no savior. Давайте попробуем осмотреться. You sense neither life nor spirit within the statue. A powerful variant of magic mouth has been cast on it, allowing it to speak only recorded messages. Я достоин. Ancient Ansor, hear me. A champion is proclaimed. The test begins. Let your judgment follow. Ой-ой. Что-то происходит. Ой, прикольно. Я прям даже не знаю, чего я ожидать. Голову дракона вон впереди вижу. Укрытость. А тут вот судья трется. А что ему надо? И тут дверь. Не знаю, но давайте по одному с ним. Кстати, отсюда можно убегать. Типа, телепортироваться. A true champion knows justice and eliminates those who stand in its way. Restore the balance of justice. Justice. No pardon without repentance. And no penalty without mercy. The right path often lies between the extremes. Что-то этим не хотел сказать. Please. Justice should be a harsh lesson. All the better to deter the next vagabond. Вообще, как бы Уилл. Я согласен со Старионом, но выберем Уилла. I can't take credit. Он же тут типа герой. Клинок Фронтира. Пу-пу-пу. I should speak up. Away! Behold, the paintings tell the tale. My judgment is rendered. The thief earns his due. Что происходит? The apple. The painting depicts a red-haired man stealing a shiny apple from a cart in an open-air market. You know this market, the Wide, where Baldur's Gate citizens and visitors gather to conduct trade and wax political. И чё дальше? The child. A red-haired man is portrayed with his cloak's hood lowered, giving an apple to a smiling urchin. Several other children are huddled behind the one receiving the apple, hands outstretched. The induction. A red-haired man is depicted in hushed conversation with a dark-haired woman. She wears a cloak with an unusual symbol on it. Tally marks totaling the number 9. Эта история должна нам будет сказать. The theft. A
red-haired man is depicted in the Hall of Wonders, thieving what looks to be a priceless artifact. Я не про... Ну-ка, Уилл пройдет проверку магии? The theft. It's an astrolabe of entrapment. It could hold a dozen djinn within it, perhaps even more. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. The chase. A red-haired man is depicted running through the city streets, a flaming fist officer chasing just behind. A cloaked woman, hair dark as a raven, looks on from a safe distance. Seems simple enough. The judgment. A stern judge, his pockets full of coin, orders a red-haired man to the gallows. A shiny apple rests on the ground nearby. И чё? For discussion. No, the judge has spoken. The crime must be punished. А, тут вот ещё что-то есть. Shadows blocking me. I need to get rid of them. Should mind my step. Как эти тени убирать? Посмотреть, атаковать, осмотреть. А то есть мы ее снять не можем. А что такое ожидающее правосудие? Непонятно. Ладно, давайте проверим вон ту дверь сначала. Что, я так понимаю, дракон вон там. А тут вот еще две двери есть. Что у нас может быть тут? Чертог отваги. A champion burns bright, even when rushing waters and moaning winds threaten to extinguish the flames. Take the torch. Withstand the elements. Prove your courage. Ну давай посмотрим, что сейчас будет. Надо от теней отбиться. Ща отобьемся, что жалко, что ли? Тоже сюда подойдем и отсюда будем отстреливаться. Неплохо. Ауч. Неприятненько. Блин, она потеряла концентрацию. Так, а ничего? У них устойчивость кислота, у него устойчивость. Так, у этого. Так, у них от огня есть? И некро у кого-нибудь? Нету. А Уилл там когда ходить будет? Блин, у меня концентрацию нарушили. Неприятно.
Это все? Уилл. Что за фигня? Приятненько. Отлично. Один минусанулся. Какие неприятные ребята. Так, этот элементаль тоже в минусе. Ну вот это неплохо было, наверное. Ой, тут еще два. Нифига себе. Ребята, вас тут сколько? А, он элементаль, кусать его нельзя. Одного минусануло. Вот и этого подсветило. А я думаю, я просто превращусь в тварь, и так я гарантированно ситуацию переживу. Чё мне не дотянуться до него, я не понимаю. Ладно, пофиг. А, там немота у нас происходит, я понял. В этом урагане. Ой, нифига тут замесы, конечно, концептуальные. Твою мать. Красиво. Бесит.
Отлично. Этого минусанули. Тут ситуация, блин, что-то как-то прям совсем выходит из-под контроля слегка. А это вот этот наклад. Их трое тут. А что происходит? Я что-то не ожидал настолько его. А наш ход против кого? А мы типа справились? Это надо было просто типа вытерпеть или что? Ну, видимо, мы справились, я не знаю. Энное количество ходов. Вот эта статуя подсветилась. А-а-а, вот оно как. Теперь наше следующее испытание будет там. Как бы вот эти два гаврика еле живые. Тем не менее. Ух ты, а тут у нас шахматы. Подожди, а где твое оружие в руках? Почему у тебя ничего? Что происходит? Чертоги планирования. There is but one rule. The Dark King must fall in two moves. Are you a commander of armies or a shivering pawn, fodder for cleverer minds? I'm afraid I have little experience with lanceboard, let alone the command of soldiers. И что делать? Черный король должен пасть за два хода. Я ты вы чё, псы? Какие шахматы? Белый ферзь. Хорошо, если белым ферзем ходим сюда, вот эта пешка нас сожрет. Надо. А, ну хотя подожди, мы убираем белого ферзя. Пешка нас жрет, открывает проход для белого слона. Ну да. Наверное. А. Он просто отошел. Гениально. Ладно, хорошо. Сейчас мы что-нибудь придумаем. А слона нельзя убирать, потому что ладья нас сразу будет брать. Если мы походим эту сюда, он сделает сюда. Надо вот сюда кого-то поставить. Ребят, вы чё? Какие шахматы? Ну, предположим. Это сюда. Нет? Почему? А может, все-таки это был изначально правильный ход, поэтому нам позволили сделать еще... Mm-hmm.
Серьезно? Я прошел? А, мы проиграли, и на нас за это напали. Восхитительно. А у него тоже есть ангелы. А нам еще и концентрацию сбили. Генна. Павший волшебник снова пал. Ну вот я не умненький мальчик в шахматы играть, поэтому... Сорян. Можно ему концентрацию сбить, чтобы он так не делал? Или это у него базовое состояние? Я так тоже могу. Никакой тишины. Я думаю, будет... Я не знаю, что и думать. Никаких ангелов. Блин, двоих сразу не зацеп... А, подожди, вот так двоих цепляем. Причем намертво цепляем, прекрасно. Так, двоих убрали. Пук. Вы задолбали ее лупить? И чё? Так мы что-то прошли? Или мы... Или что? Что происходит? Ой. Ребята, это что такое тут? А что вы тут делаете? А может не надо? Я не хочу. Мы слишком низко стоим. Заубалим.
даже кастануть ничего туда не можем, потому что слишком низко стоим. Давай на рывке хотя бы поднимись сюда. Нет, стой. Shadowheart подним. Твою мать, я далеко отбежал слишком. Ладно. Умрите. Своими ангелами подойдет ко мне. Тут вон тоже какая-то тварь корежится. Нормально. Но они все нежить. Ой. Вход открылся. Там вон тоже какие-то замесы. Но я думаю, мы сейчас пойдем в лагерь хилиться. Не знаю, что тут происходит. Но вроде оно не так должно было происходить. Ну да ладно, как говорится. Всем спать. Всем спать. О, у нас припасы кончаются. Так, мы сладенько поспали. Уходим отсюда. Полагаю, нас дальше ждет все-таки общение с господином драконом вон там. Сохранимся от греха подальше. Что же нас там будет сейчас ждать? Святилище дракона. Опять статуя. Чем она нас порадует? Опять скажет, что я тупой и подсунет теперь шашки? With courage does the hero march. Fettered by the taxing chains of fear, a stalwart soul must ever persevere. With insight does the hero choose. Guidance born of ancient wisdom proven. Peace, not strife. The undenied conclusion. With justice does the hero rule. Lead not the guiltless lamb to bloody slaughter, nor cleanse the lion's sins in sacred water. With strategy does the hero scheme. A cunning mind, 100 steps ahead, your allies close, your rivals stunned in dread. Чтобы это все не значило. Go forth, hero. Seize your fate and rise, great worm, heart of the gate. The voice doesn't know we didn't conquer its trials. But after that last battle, I declare us conquerors nonetheless. Сейчас что-то будет. А вот и Ансур. А чё он мёртвый? Почему у него 400 хп? А что происходит? А-а-а.
torrent of power. He is with you. He is within you. He is you. The next words that spill from your mouth are not yours, but the worms. I am Ansor, heart of the gate, butchered in flesh, risen in spirit. Попытаться отыскать в своем разуме то, что захватило его. Your body is unmoving, yet thought flows effortlessly between you. The spirit pauses, and you feel the astral prism stir. Ansor senses the Emperor's presence within it. Answer me, Facey. Why have you come? Я не желаю... Так, я никогда не уклоняюсь от вызова. Я не желаю тебе зла. By the dragon's next words. Brak, my words aren't meant for you. They're meant for him. The Emperor stirs in the astral prism. Then in you. Calm, curious, and detached. Old man. Your presence has stirred me. As it ever did. I am awakened. Ansor. А император это и есть Болдуран. Да, именно так. No, I don't believe it. Он назвал тебя Болдураном. A name I did not expect to hear again. Least of all from the mouth of an old friend. Основатель врат Балдура, наш старый друг. Император. And more. Until you killed me. Have you come to dance on my bones, Balduran? Was slaying me not satisfaction enough? Satisfaction? No. You left me no choice. You had every choice. You were becoming illithid. I offered you merciful death. You chose to fight. And now you bring your thrall before me. How far has the great Balduran fallen? Так насчет того, чтобы отпустить меня? Ansur's consciousness hovers just above yours, searching, seeing. Dear Ansor, enough! I gave you everything, Balduran, and you repaid me in slaughter. It is time I return the favor. Но может не надо. Let my bones rise and the storms gather. Witness, Balduran, the final tempest has come. I am the heart of the gate. I am the one who roars. Ничем хорошим это не кончится. А. Ансор решил встать. Восхитительно. Так, а мы дамажим его или не дамажим? Я понять не могу. Ага, она потеряла концентрацию. Восхитительно. Так, а у нас есть стрела для убийства дракона. Может, наконец пришло время ее использовать? А неплохо, неплохо. Ну, в рукопашную его, ой. Ой-ой-ой. Вот эти ребятки тут как бы... Ой-ой. Ой, здрасте.
Ой, что-то нехорошее сейчас будет. Так, у него защита от молнии и яда. А, но он нежить еще при этом. Мы попробуем его скинуть. Он не скинулся. Текс. А что я могу? Я могу бахнуть его огнем. Вот так вот их двоих. Так, а к режущему урон... А, к некроустойчивости. Ну ладно, пока стоим. Теперь там Шедухарт опять помирает. Дракоша, ты куда? Эх. Ладно, ее вот эти ангелы нам, наверное, не помогут. Зато давай попробуем накастовать много хила. Лишним это не будет. И еще сверху хилом. Такое. Ох, то он его похилил, вот же мразь. В целом. Уровень 17 у него. Сейчас что-то нехорошее будет. Прятаться? А, чем прятаться? Ты чё? Оберег. У нас нет никаких оберегов. Ноль процентов изгнать его, да? Разве что может бежать. Давай вот сюда свалим. Авось. А, она не чудище, да? Тогда просто стреляй в него. И на туманном шаге куда-нибудь вот сюда прыгай. Подожди, а ты же умеешь кастовать щиточек, нет? Ой, нифига у тебя там. Подожди, мы же учили защиту. Купол нет.
очень много вопросов. А у него... Ой, а у него устойчивость ко всему на свете. Давай просто свалим. Ну и можно попытаться вот этого типа завалить. И я куда-нибудь вот сюда. И тоже его попробовать завалить. Ага. Нам это не помогло. Давай, поднимай Shadowheart. И отбегай сюда. Ну давай, отходи. Молодец. Стой. Ты вышла. Поднять не можешь. А, ты можешь вот так похилить. И отходим сюда. Уилл. Тоже, наверное, отходим сюда. А я давай попробую прыгнуть. Да вот сейчас что-то не очень нехорошее в этих зонах произойдет тоже. Ну ни хрена ж себе. Какой он молодец. Почему так сложно? Где Shadowheart? Кто из них? Это вот она. Отойти, я не знаю, сожри что-нибудь. Что ты можешь сожрать? Зельица надо сожрать. А что у нас тут по зельям? Не вижу зелья у себя даже в инвентаре. Ну вот какое-то. Хотя бы так. Так. Он задолбал. Он сейчас опять кастовать свою срань будет. Все благополучно отъехали. Но нет, тут как-то явно все явно не по плану пошло. И дальше лучше не становится. А, он опять кастует вот эту штуку на 100 дамага. Интересно, а сбить его не получится чем-нибудь? Ай, ладно. Все кончилось. Так, что я думаю? Надо сейчас посмотреть, почему нам нужна вот эта вот защита, сфера непробиваемая защиты,
Я был уверен, что мы ее кому-то учили. Может, может, ее Гейл знает. Кому-то там ее точно учили. Вот. Эта хрень должна будет нас защитить. Либо, может, свитков каких надыбать. Блин, наверное, у Гейла она была. Слушай, а может, в свитках каких-нибудь у нас что-нибудь такое есть? Непробиваемая какая-нибудь сфера, защита. Пурга, тазм, видение, мерцание, ничего похожего. Морозный шар, солнечный луч, цепь молний. Защита. Может, вот это? У него ничего нету. Может, метнуться в магазин? Поискать в нижнем городе в магазине книг вот эти вот защитную сферу. И потом от этого плясать. Потом от этого плясать. Да, давайте попробуем так и сделать. Сходим в этот в магазин свитков. Попробуем прикупить. Вдруг там они есть. Где еще им быть, кроме как в этом книжном магазине? Какую-нибудь вот эту вот непробиваемую сферу, чтобы защищаться от этих вот стрёмных дальнобойных атак. Хорошо, такую-нибудь Лаизельку бы еще. Блин, мне можно просто всех взять в пати и всеми долбить его? Так было бы. Вот Уилл мне тут вообще не нужен. Вот прям совсем он мне здесь не нужен, но это, блин, его квест. Наверное, я бы с большей радостью прошел бы этот квест без Уилла. Сейчас посмотрим в магазине, что там по этим сферам. Авось есть. Потом от этого можно будет попробовать поплясать еще разочек. Потому что вот эта вот атака на 100 дамага, электрическая, сносящая всю карту, ну это прям несерьезно. Так, нам волшебные принадлежности надо. Где они, в какую сторону? Нет, не туда. Давайте, прогружайтесь. Да, нам вот сюда, вход сюда, вот здесь. Welcome back to Sorcerer's Sundries. Мне так нравится, что никто не в курсе, что мы его убили. Еще сфера, наложить проклятие, подчинить. Защита от энергии. О, кстати, защита от молнии пригодится. Каменная кожа, расплыв, защита. Ну, это вот она и так у меня умеет это. Вот она, сфера неуязвимости. Вот эта херня нам нужна. Все. Спасибо. Мы закупились. Теперь можно возвращаться. В логово дракона.
попробуем вот эту вот сферу неуязвимости кастовать и посмотреть, что из этого получится. То есть у нас есть 4 свитка, соответственно, как минимум 4 атаки, наверное, мы переживем, если эта фигня одноразовая. Я просто ни разу ей не пользовался. Соответственно, хрен его знает, одноразовая она, не одноразовая, или мы один раз поставим, и там будет бесконечная защитная зона. Поэтому сейчас вот будем экспериментировать. Будем экспериментировать. Сейчас надо, главное, аккуратненько туда снова, блин, влезть. Жаль, там нету телепорта поближе. То есть надо опять пешком идти. Сейчас, подожди, а где этот свиток? Давай сразу его вот сюда вынесем. Защита от энергии тоже сюда давай. А, эту срань надо заново заряжать. Вот жаль, что тут нету более быстрого прохода. Ну как бы ладно, что есть, то есть. То есть. О, блин, напугали. Так, мы вернулись сюда. Хилимся. Так, сохраняемся. Эту штуку мы, блин, потратили зря, непонятно. Возможно, имеет смысл все-таки вот так остануться, чтобы восстановить не одну ячеечку. Да, наверное, зря потратили. Пофиг, пошли. Опять этот разговор быстренько поскипаем. Да, да, да. Бла-бла-бла. 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 И поехали. Кастани в него, блин, огонь. Пусть ему будет больно. Ну и сразу давай себе пятую ячейку восстановим. Так, и надо на куда-нибудь... А ты что делаешь? А какого хрена? А какого, собственно, хрена, как говорится? Он в дракона попал. Молодец. Одобряем. Только там, блин, Шедухарт еле живая. Была, блин, она уже умерла. Еще ничего не произошло, она уже сдохла. Тяжело. Ну, парни его, я не знаю. И отойди. Чтоб, по крайней мере, может он дамажить. По АОЕ не будет. Почему мы ходить не можем? Ой. Сколько тут всего.
Блин, а может его полиморфнуть? А, она уже полиморф. А, у него иммунитет к молниям, твою мать. Говно. Этот элементаль меня бесит. Умри. Нет? Или ты умри. Кто-нибудь умрите. Давайте попробуем его вручную поковырять. Шедоухарт опять умерла. О, боже. Что-то максимально неоднозначное у нас тут. Целебные пары, ты чё, пёс, себе позволяешь? Восторг. Просто восхитительно. Свитки. Где свитки? Где оживляющие? Вот они. Кстани ее куда-нибудь вот сюда. Пусть живет. А я сам просто перейду вот сюда. Почему они по мне критуют? Бабах. Вот это да. О, господи боже. Что это за срань вообще тут происходит? Как с... Почему дьявол оказался более легким боссом, чем какой-то невнятный дракон? О, эта срань похилила Уилла. Смешно. Или куда отойти? Давай сюда. Как-то так. Смешно встал. Восхитительно. А почему Астериону, кстати, так везет? Отлично. Давай отойдем еще подальше. Ты поднять ее не можешь? Ну, может... А, и метнуть ты ничего не можешь. Ну, ты можешь сам сожрать зелье. Пыталась найти, какое зелье тебе сожрать. Где они тут все?
тебя нету? У него нету, у нее нету, ни у кого нету. Ну вот так. Тоже отойдем куда-нибудь сюда. А ты... Лупи элементаля. Так, они, кстати, удивительно, но даже это пережили. А вот она ничего не пережила. Получи стрелу в лицо. Сюда, почему у Астариона такая устойчивость ко всему? Какая прелесть. Ладно, давай вот здесь спрячемся. А ты подними стерву эту. Тоже куда-нибудь сюда. Так, что дальше? Так, эта срань решила начать дамажиться. Так, свиток, кто последний ходит? Уилл ходит последним, он тогда и кастанется. А эта мадама пусть выхиливает нас всех. Еще вот так. Вот эту последнюю стрелу мы оставим на самый конец. Сейчас можно просто в него выстрелить. Так, и где свиток этот? Он тут у меня. Во, и мы неуязвимы, стоим. Все в целом, пусть лупит так. Даже если он помрет, то как бы останусь я сам. Он все сломал. Он убил не этого. Хотя эта фигня по-прежнему неуязвима. Очень интересно. Пуляй огнем в него. Блин, слушай, а прикольно. Она вот как бы защищает. И все. А мы будем отсюда издалека его обстреливать. Классно я придумал. Мне нравится. Вот эту стрелу оставим на самый конец. Пока пусть... Чем еще можно? Ну, давай вот это. А, она некротическая. Некротическая, нет смысла по нему пулять. Или нет? Ладно, пофиг, давай так выстрелим. И мы промахнулись. Так, в убийцу мне не превратиться? А, ну, кстати, мы можем его словом силы смерть убить, когда останется меньше 100 хп. Ну, или попытаться убить. Так, а давай-ка я тоже сюда отойду на всякий случай. Состояние неуязвимости. А он пусть теперь делает, что хочет со мной. Хе-хе.
Блин, блин, какая восхитительная штука эта сфера. Так, у нас двое шуганулись. Ну ладно. Сфера стоит, и на том спасибо. Астарион, солнышко. Так сойдет. И этот напуганный, блин, додики. Оба два. Ну вот они вышли из щита, и типа и все. И до свидания. А тратить второй щит сюда как-то, наверное, будет очень расточительно. Он кончился. Ой-ой. Ну, значит, вот здесь сейчас накастуем новый. Так, а свиток он у меня. Ищ, ну давай, кастуй. Лучше. Так, этот все еще напуганный. Прыгай туда. Можно это как-то убрать? Нет? И я стою напуганный. Ну, все, испуг прошел. Но, о, мсье взлетел. Так, это сейчас подождим. Сейчас будем убивать дракона. 96, отлично. Так, вот я. Я могу убить его? Это что сейчас такое было? Я же его убил. Откуда у него плюс 100 здоровья вылезло внезапно? Это нечестно, ну блин, я же его убил. Он должен был умереть. Какая несправедливая фигня. Все, пока. Мы победили. А, тут еще беседа началась. Это и правда, ты и есть Балдуран? Просто стал кем-то другим, чем-то другим. Кто понял, тот понял. Ну давай, расскажи нам, как ты основал врата. It's like I always told you. I was just like you, an adventurer who yearned for greatness. And in mortal terms, I achieved it. As captain of the Wandering Eye, I acquired enough gold to found Baldur's Gate. I stayed for a while to watch my city grow, but it was not enough. I grew restless again. The sea called to me, and I ran to her with open arms. Какая прелесть.
Life at sea was not easy. Our last adventure was ruinous. My ship was destroyed. My crew lost. But my spirit was far from broken. I was determined to return in triumph once again. Непогружающийся город. I strove to find it. What I found was an illithid colony, where I acquired a tadpole much like yours, and became a mind flayer, enthralled to the Elder Brain. It was Ansor who found me. Ansor who pulled me from the Brain's domination. Ansor who brought me home. He sought to cure me of my sickness, called on every healer he could find, nearly broke his spirit in the attempt. But he failed to understand. I wanted no healing. I was not sick. Ты не жалеешь, что убил того, кто тебя спас? More so because it was Ansor. Even after he had exhausted all possibility of reversing my condition, he still clung to hope. I tried to convince him of my reality. I was on the cusp of greatness beyond my wildest dreams. But all he could see was a mind flayer. He came to me as I slept. A mercy killing in his mind. I saw the tears. I felt his grief. I had no choice but to kill him first. It was an act of self-preservation. Понять можно. Существование в виде Элитида стоило потери друга. Yes. And being alive even more so. Можно понять. Ignorant of what I have lost. I may not regret my actions, but I do regret that they were necessary. While the past is beyond my influence, the present is not. It is time we move on. One Netherstone remains. Да-да. We must find it before the brain breaks free. Так, а ты что скажешь? Не ты, вот ты. Ansor is dead. Опять. There'll be no great tempest roaring through the skies, no dragon redeemer to save us. What hope then for Baldur's Gate? Without the great worm's aid, is the city doomed to fall? You braved the worm's lair, seeking a savior. Yet it was you, all of you, who vanquished the undead abomination which Ansor became. You are more powerful than you understand. It is you who are the tempest. It is you who are the heart of the gate. О, чё-чё. You're right. Какая сладость. We are the warriors who'll slay the absolute. We are the guardians who'll defend this fair city. Мы поразим абсолют. Yes, the brain will fall, and the people will hail us as champions. We... I can even claim my father's own ducal title and carry his banner after this. Grand Duke Will Ravenguard, Marshal of the Flaming Fist, the city's truest defender. Чё-чё. Are you sure being Ravenguard's son is enough to be accepted as Grand Duke? Courage, да. Insight, strategy, justice. These were the lessons my father taught me. Baldur's Gate is my home, and I am its servant. I will be relentless in my pursuit of the greatest good. The blade of frontiers is... Даже в такой момент он остается бесконечно душным. Will Ravenguard, son of Uldar, proud Duke of Baldur's Gate. We... Grand Duke Ravenguard! Астарион. Enthusiasm warms the air. With him at your side, the road ahead doesn't look so insurmountable. Завершено клинок фронтира. Он это... Он что? Он преисполнился? С благословения отца, как бы отец тут вообще не принимал никакого участия в этом. So, Grand Duke to be, is it? Should I bow or do a little curtsy, perhaps? Ah, forget the curtsy.
I'd rather a cheap brown ale and a hunk of fresh venison. You in? Of course. Sounds better than most noble feasts. Priest. Можно я присоединюсь? You hunt the deer, I'll scrounge up the ale. Prepare your belly for a roast at a Raven Guard. Let's hope Gale doesn't take offense if I assume cooking duties. А, так Гейл у нас готовит, оказывается. Прелесть. Sure. И чё? Ничего интересного. Так, а от дракона что-нибудь лутается интересное? Убийца великанов Балдурана. Оу. А что это? Двурук? При бросках против крупных, огромных и гигантских существ. Интересно. Он все это время хранил письмо Балдурана. Прелесть. Ой, там что? Шлем Балдурана. Легендарный, кстати, шлем. Что за шлем? Answer's essence still lives within the helm, instilling you with power for as long as you wear it. Интересненько. Вас невозможно оглушить. И защита от критических ударов. И чё? Ну хорошо, я нет умения, и чё дальше? Смешной шлемик. Такая, как бы, что? О, тут куда-то проходик. Здрасте. Так хорошо, а то, что я не могу... У меня нет умения средняя броня. Чем мне это грозит-то? Ничем? А где мы вообще? А-а-а. Там прикольно, это короткий путь наверх. Мы все еще не дали ответов. Чем мне грозит то, что я его ношу? Ну нет и нет, ну как бы штрафа же никакого нет. Шфига у нас бафов и дебаф, ну отличительных способностей. Хе. Прикол. В целом, ладно. Давайте выбираться отсюда. I'll give it a shot. Так, теперь нам надо сходить к Китраку Восу, показать молот. Но это мы будем делать уже после того, как сходим поспать и восстановим свои силы после битвы с драконом. Сфера вот эта неубиваемая, это прям восторг. У нас еще два свитка осталось. Так что, как вариант, у нас получится потом это поиспользовать. У нас недостаточно припасов. Нет. Почему? Гена, есть еда? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Ну, так а чё, нету ничего? Блин. Значит, нам придется сейчас отправиться в Нижний город и там досыпать. У нас 18. Ну, частичный отдых. Нехорошо это. Нехорошо. Надо было, блин, сразу отправляться в Нижний город и там отдыхать. Было бы быстрее. А так, по сути, ничего не потратили время, ничего не сделали. Так, нам нужен Нижний город. Сельковые ворота.
Сейчас тогда в гостирке поспим. Нормально. Отдохнем. Пойдем в подземелье искать Китрака Восса. Да? Да. Как раз Shadowheart с молотком этим гоняет. Она ему его такая, типа, на, смотри. Мы нашли. И Лаизель будет тоже счастлива. То нам скажут, в какой момент пойдем освобождать Орфея. Но я думаю, это, вероятно, как раз будет в самом конце все происходить. Так, ну чё? Нижний город прогрузился. Все, идем спатеньки. Мы в нижнем городе, значит, да, вот мы должны будем оказаться здесь. Прекрасно. То, что при... вот тут припасов недостаточно, тут пофиг, потому что здесь вот можно пойти и купить. И эта проблема вполне себе решаемая. Спасибо. Все, баиньки. Полноценный отдых. Все, все сладенько поспали, отдохнули туда-сюда. Сейчас надо еще Уилла выгнать и спать. Уилл, Уилл, Уилл. Вот он, стой. Ты нам тут больше не нужен. Жди в лагере. Да, ты очень душный, мы очень рады. Сиди. Сиди тут. Мне нужна Лаизелечка. Duke Will Ravenguard, a moniker Will shall justly earn. В целом так насрать. It is done. А тут чё? Тут деньги. Деньги это ладно. Всё. Что ж, ну а на этом наша серия подходит к концу. Спасибо, что были со мной. Я надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время. Пока-пока.